Значит, первая фамилия пишу. Фамилия, имя, отчество. Дальше я беру у вас паспорт, проверяю ваш год рождения. Заношу его я. Паспортные данные заношу также я. И заношу адрес места жительства, как в вашем паспорте. Действующий глава государства решил участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Ему предстоит собрать не менее 300 тысяч подписей от каждого региона. На сегодня по Поморье собрано уже более 5 тысяч. Во главе нашего государства стоит Владимир Владимирович Путин. Человек волевой, сильный. Человек, которого уважают не только россияне, но и во всем мире пользуются. Он уважением. Нет человека с таким огромным опытом управленческой работы, особенно государственной работы. Сегодня Россию поддерживают такие мощные государства, как Индия, Китай, Бразилия и так далее. Владимир Владимирович сумеет довести военную операцию до победного конца. Он сумеет вывести Россию на передовые экономические рубежи. А мы знаем, что Россия сегодня это мощнейшая военная держава. Я считаю, что на переправе коней не меняют, так? Ну, а политика Владимира Владимировича мне лично нравится. Я его сравниваю со всеми другими нашими государственными деятелями, которые были у нас в России. И они всегда были за целостность нашей страны, что мне и импонирует в Путине, он тоже за это же самое, что наши земли наши, и никому мы их не отдадим. В городах Поморья уже сейчас действуют пункты сбора подписей в поддержку Владимира Путина. В основном они расположены в учреждениях культуры или торговых центрах. В Котласе на данный момент открытие таких точек только прорабатывается.